Мы находимся на концертной площадке Союза любопытных. А сегодня в Тюмени завершается фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени». И у нас в гостях участники этого самого фестиваля. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Ребята, проходите к нам. Здравствуйте, ребят, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Пермский край, город Березовка, объединение «Серебряная струна». Отлично. А, ребят, скажите, а какой город, по вашему мнению, более музыкальный, Тюмень или вот ваш город Березовка? Ну, наверное, Тюмень, потому что у нас не проводится никаких таких крупных фестивалей. Также проводятся конкурсы, в которых мы активно участвуем. Так, ну побеждаем. Побеждаете? Ну, молодцы, это обязательно надо. Ребят, сегодня Союз любопытных провожает зиму. И у меня есть к вам вопрос по теме. Давайте мы вам сейчас дадим листочки сперва. Сейчас на экране появится картинка знаменитого мультфильма. Если вы узнаете этот мультфильм, вспомните название, то запишите его тихонечко у себя на листочке, хорошо? Итак, внимание на экран. Как называется этот мультфильм? Напомню, что название его связано с проводами зимы. Итак, у вас есть уже какие-то ответы, варианты? Вспомнили, что за мультфильм? Нет? Но проводы зимы как-то нет, не видели. Уважаемые телезрители, если вы узнали, что это за мультфильм, то обязательно пишите нам на адрес нашей электронной почты и помните, что автор первого правильного ответа получит приз. Ну, а мы продолжаем проводы зимы. И знаете, хочется сделать это как-то музыкально, как-то песенно. Вы нам можете в этом помочь? Мы для вас поем песню «Маленькие люди». Отлично, ну тогда готовьтесь, а я вас объявлю. На концертной площадке Союза любопытных объединение «Серебряная струна», город Березовка. Ваши аплодисменты! Маленькие люди в маленькой стране нарисуют небо на листке, а на нем большую радугу дугу. Видишь, я по ней бегу, я по ней бегу. Тихо проплывают в небе облака, отражает небо быстрая река. И растут деревья, устремляясь ввысь. Мы с тобой здесь родились, мы здесь родились. Он нарисует закат, может быть, маленький сад или апрельский дождик художник. Но закрывается дверь, маленький мир, где теперь правит, как прежде, без слов любовь. Где теперь те люди, что рисуют дом? Маленькие звезды и луну каком? Белые снежинки падают с небес, и от них белеет лес, от них белеет лес. Выросли деревья, утекла река, растворились в синем небе облака. И несет листок тот ветер озорной, там, где были мы с тобой, были мы с тобой. Он нарисует закат, может быть, маленький сад или апрельский дождик художник. Но закрывается дверь, маленький мир, где теперь правит, как прежде, без слов любовь. Правит, как прежде, без слов любовь. Правит, как прежде, без слов любовь. Ваши аплодисменты, ребята! Я напомню, что это было объединение «Серебряная струна», город Березовка. Еще раз бурные аплодисменты! Ну, а на этом о масленице все. Готовьтесь к первым дням весны. Это был «Союз любопытных». Увидимся через неделю. Пока!